сиреневая роза на черном фоне, высохший замалевок я зашкурила и промаслила льняным маслом. Кисти белка. Краска масляная. Беру ультрамарин и добавляю немного краплака красного. Чтобы красочка впиталась вовнутрь кисти, можно побольше взять краски, вот таким движением впихнуть ее вовнутрь, да, чтобы каждый волосок был в краске, а затем немножко растянуть эту краску по палитре, чтобы придать кисточке форму плоской лопаты. И тень у нас на краю лепестков переднего плана. Маленькие лепесточки на втором плане можно тенить целиком. Затем лепестки на втором плане. Постоянно растушевываем краску, чтобы были плавные переходы. И затем беру краплак красный и середину. Чуть-чуть можно немножко с одного бока дать живописность. Итак, я беру кисть, также номер 7, и добавляю в эту тень белила. Цвет может меняться, больше может быть синего или больше красного, в зависимости от того, какой краски вы больше добавите в эти белила. И прокладываем центральный лепесток от центра на край. Прокладываем, как обычный лист. На бочок, на левый немножко белил и разделили этот лист пополам. Также боковые лепесточки делим этот лист пополам.
маленький лепесток от края к центру, к ножке. И середину начинаем прокладывать снизу. Сначала боковые лепесточки, а потом чуть-чуть добавили белил и центральный. И лепесточки на втором плане. Начинаем от светлой части. И уходим плавно в тень. Затем следующий ряд. Лепесточки на втором ряду состоят из двух мазков каждый лепесток. И отделяйте эти лепесточки друг от друга. И еще один ряд по одному мазочку на каждый лепесток. Беру кисть номер 6 на облековку и набираю чистое белило с добавлением немного сиреневого. Вторая половина и делю лист пополам. Захватываю эту дугу и вниз елочкой. На второй план меньше краски. Первый мазочек на краю и маленький по центру. Этого будет достаточно на втором плане.
И с другой стороны положили красочку, а потом ее смазали аккуратненько. И не набирая краски, еще один блик по центру. Обнимаю низ центрального лепестка снизу. Следующий. Постоянно оправляю кисть, чтобы сохранять чистоту блика. И переворачиваю на левый бочок, чуть побольше белил. И обозначаю верх у лепестков на переднем плане. И первый ряд на втором плане я пока не трогаю. Небольшими бликами высветляю ряд чуть пониже. Ухожу в тень. И следующий ряд тоже высветляю. Ухожу в тень. И вот этот поворот наверху можно немножко затенить, чтобы это было все на втором плане. Беру кисть номер 3, белку, набираю желтую красочку. И серединка от светлой части в тень. Беру длинную кисть, добавляю льняное масло. И набираю на кисть желтую краску с белилами. И также от светлой части из центра и в тень. Набираю кадмий красный и тычинки. Тени на передний план чуть посветлее. Длинную кисть помыла и набираю цвет прокладки с добавлением масла. И небольшая чертежка на переднем плане. На второй план
чуть потемнее красочку.